Друзья мои, всем привет, это новый ролик в Brawl Stars. И как на стриме я говорил, мы задумали полкос. И в принципе, друзья, сегодня может быть Аксу 5 уровня. И еще и забрали большой бонус, друзья, поехали. Я уже стримил. Возможно, отсюда что-нибудь выпадет. Ну блин, к сожалению, ничего не выпало. И даже гемов не выпало. Ё-моё, а что мне делать? А я куплю 2 мегаящика, да, я понимаю, то, что я могу купить 4, твою возьми, мегаящика, но, друзья, к сожалению, не хватает, поэтому, увы, ах, к сожалению, только 2 вместо 3, ну ладно, друзья, сейчас у нас рекламная пауза, где? Сейчас будем донатить, все, друзья, продолжаем, вот у него 8 гемов, для превью. Красиво. Мега ящик. Поехали. 5 предметов. Все равно может выпустить сверхъедкий боец. Например. Смена. Смена. Открываем. Шелли у нас, Барри, Николь, Прима, Джесси и один билетик. 105 гемасиков. Ну что, еще один мега ящик. Капец. Не верится. Может, хочется 3. 30 гемасиков. Ну ладно, друзья. Что уж мотить. Останется у нас 40 гемасиков. Фух. Давай. Я не знаю. Эпик, не эпик. Блин, это он уже все выполнил. Ну, не жалко, потому что... Эти деньги... Это первый на этом аккаунте, это не последний выпуск, я не знаю, я на 3 хочу накопить. Давайте, друзья, будем копить или... Я не знаю, друзья. Вот бы, если бы я знал, бы, вот бы здесь еще интеллект, я бы взял бы этот мегаящик. Я хз. Тупо дурак сразу золото, капец, может всех прокачать, вообще тупо всех. Чтобы легче было, я понимаю, что зачем, ты же... Если первого, второго, да, я об этом говорил, но нет. Я хочу прокачать все, друзья. Все, у бразера у меня были немножко прокачаны, чтобы у меня тяпать. Это же айфеки, друзья, я ненавижу тебя, поэтому здесь это как основа. Это как основа, то есть тут можно донатить, если тут вторая основа. Но это нет, вам не надо. Друзья, я не знаю, или обычный купить. Обычный или что? Зачем? За 40 может быть еще большие купить. Я не знаю, пацаны. Я не знаю, блин, ну ради вас. Хотя, может быть, копейки. Такой вопрос. Ладно, давайте. Купим ящик. И... Джи, ради вас. Не жалко, понимаете, что... акция такая, типа, может быть на 3 копейки, или на 3, понимаете, 3 мега ящика за 119 гемов. Поехали. 7 предметов, пацаны! 7 предметов мега ящики. 7 предметов, чего? Это реально? Это реально? Это 7 предметов. Друзья, это 7. Это 7. Это 7! Я не зря купил. Это, походу, 2 сверхредких, возможно, бега. Ё-моё, ну это плохо. Это плохо, это редкий. Но все равно 7, пацаны, и Рика. Ну это уже хорошо. Это уже круто. Хотя бы 2 новых галера за ролик. Еще 5 гемасиков и, возможно, 50 гемов. Вот не хватает 30 гемов, чтобы купить еще один бокс. Уже 2 нового бравлера. Друзья, у нас теперь не хватает 2 сверхредких эпических мифических. Это значит, то, что уже сразу легендар получается купить 7 предметов. Я подумал, ну это, конечно, обычный бравлер. Но мне не жалко, друзья, потому что донатить ради вас. Надеюсь, на стриме мы собираем еще. Чтобы донатить уже на основу, друзья. Потому что, вдруг, на основе суперская акция, я ее пропущу. Ну ладно, все, типа, теперь расклад большой. Или 50 оставить. Я даже не знаю, какой оставить или нет. Давайте сыграем за Рика одну карточку. Блин, реально, волнительно, потому что...
7 предметов, вы понимаете? 7. Я как бы подумал, что сейчас Лего будет, я-то орать буду на весь дом. Но, к сожалению, друзья, не Лего. Но все равно, это новый бравлер, это уже хорошо, то, что снова. Хотя бы второй магазинчик я не зря открыл, потому что 2 новых бравлера. Наверное, нет, большой надо открыть, вдруг оттуда что-нибудь выпадет. Даже если не выпадет, мне уже не жалко будет, потому что шанс у нас повысился, это уже хорошо. 5 уровень, мне не жалко. 50. Если бы я начал бы там очень крупную сумму, просто так игру, конечно, блядь. Если у меня там, например, осталось, блядь, ну, я был бы бедный, зачем? И там у меня было бы только 10-5 тысяч рублей, я бы за Brawl Stars. Нет, если я бы их не задал, Brawl Stars, у меня интернет до стороны не было бы. Я бы их копил бы, конечно же. А вот когда вот у меня есть возможность, когда я у тебя заработал эти деньги, я куплю их еще. Я зону скоро еще один поступлю, который здесь будет, друзья. Я думаю, это все будет. Подгинь говно интернет. Сейчас мы победители большие, у нас останется еще 20 демов, и на них я не знаю, чем мы можем купить. Ну шанс повысился вообще, давайте чекнем. Повысился и шанс. А шанс? А шанс унизился шанс! То, что мне салфетки выпал, серьезно. Шанс унизился, ну ладно. Все, открываем, друзья. Я хочу мега ящик открыть, ну ладно. Поехали, большой. Блин, тут мог быть, ну, убрать, потому что 44 золота. Все, друзья, осталось 20 гемов. Это офигенная акция, очень крутая. Я не пожалел, что купил ее. Потому что 7 предметов. У меня первый раз такое. Хоть это и обычный бравлер, но первый раз там было блега. Это просто блядь. Ладно, все, друзья. Пойду, наверное, начнем стрим собирать еще с донатов. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока-пока. Это пушечный видос просто. Хотя ничего нормального не выполнил. 7 предметов, это уже хорошо. И, друзья, следующую акцию я тоже куплю.